Там не знаю, що там. Там нічого, так? Да? Тут удочка, там балансир. А внизу неізвісність. Ось таку от потрічку. Ось, партизайця. Ну, румяна яка гарна. Так, ребята, всем привет. Сегодня приехал на рыбалку в очередной раз. Не знаю, погода нелетная. Но тем не менее мы на рыбалке. Сейчас подойдем к опытным рыбакам, спросим, что у них клюет. Рыба у нас клюет, рыба. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ну что там, как клев? Там не знаю, что там. Там ничего, да? Да. Тут удочка, там балансир. А внизу неизвестность. Неизвестность, да. Да. Так, ну что, сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать. Ну что, где рыба? А? Где рыба, говорю? Пока нема. Пока нема? Все, ничего не показывают? Нет. Ноль, да? Так, ребят, ну что? Будем искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, ребят, не успел поклевку снять, но вытянул вот такую вот плотвичку. Вот такую красавицу вытянул. Ох, и хорошая, блин, красноперка. Сейчас возьму, блин, в руку. Смотрите, ребят. Вот такая красноперочка. Позарилась на бананчик. Класс. Особо клёва нет, вот это первая поклёвочка, ребят. Настоячка, на бананчик взяла. Так, ну что, друзья, пока без клёвья у нас. И решили мы перекусить. Что-то пока ничего не берет. Сейчас 10 часов утра. Переехали мы уже на другое место, на другой залив Днепра. Сейчас решили перекусить и в бой. Поставили шмелёк. Ребят, на морозе, вы знаете, пожарить домашнее сало, подчеревку, картошечку, это просто бомба, ну честно вам говорю. Во-первых, аппетит нагуляли такой, ух, а во-вторых, сам процесс, природа. И тут шкварчит толко. Да, Игорь? Да. Володя, мой напарник, там еще остался судака, говорит, еще попробую на выходе. Там ямки такие есть. Ямки метров 12-11 там. Говорит, попробую судака еще. Вы, говорит, пока распаливаете костерчик. Вот, ну мы вот... Сейчас пока... Ох, класс. Бомба, просто бомба. А, класс. Ребят, вы даже не представляете, насколько это вкусно, какой тут запах выходит, бляха мука. Ох, и класс. Подчеревочка с лучком. Ах, ты что, блин. На морозе. Это песня, блин. Ох, я запахнул, да? Бомба. Да. Ну что, как оно? Да, хорошо. Хорошо? Да. Сальцо. Сейчас картошку будем жарить. Вот тут и догрели. Да, тоже замерзло уже, да? Да, да, да. Водочки обязательно по 100 грамм. Вот и шо. Почеревочка жарится. На рыбалочке. Вот. Это вам не дома. Я вам честно? Это вам не дома сидит на диване. Спасибо.
Рубяная кагаза. Сейчас будем жарить катушечку. Ай, дивіться, ребята, дивіться. Картошечка румяна. Ай. Та на сальці, на смальці. Це не дома, а на кухні, на олії, в магазині, а на домашньому салі. Это... Ой, таке об'єднання. О, розкажи рибацький анекдот. Анекдот? Рибацький. Я не знаю. Коротенький. Коротенький? Да. А що там анекдот? Налив, випив. І весь анекдот. Правильно. Вот молодець. Ой, молодець. Ой, молодець. Отак, отак, ребята, і сидимо. Ах, а подивіться, як клює вона. Ой-ой-ой, рум'яніє. Клює хорошо, да. Рум'яненько стає. Отлично клює. Ребята, у нас клюв сьогодні, як на чорних камнях. Просто, блін, жесть. Фільм смотрели? «Бриллиантовая рука». Вот у нас примерно так же. Да, Вов? Да. Только там они рыбу ловили и крючки точили каменцами. А мы сковородкой работаем. На сковородке. У нас рыба на сковородку ловит. Нас особая рыбалка. Да. Что еще надо для... Ребят, что еще надо для полного счастья? Вот скажите мне. Дорогие рестораны, океаны, моря. Ну кому что? Ну нам вот... Лучше природа, смотрите, какая природа. Я вам сниму так. Украинская. Украинская природа, 2 секунды. Ну, везде такая, в принципе, и в России хватает такого счастья. Добра. В странах СНГ такого полно. Но самое главное, ребят, это душевно провести время. Отдохнуть да. Душой. Вот когда вы отдыхаете душой, это в этом и заключается счастье, понимаете? Так что вставайте с диванов, поднимайте свои жопы. Выезжайте на природу. И берите девчат с собой. И будет вам это. И будет вам вот такое счастье. Лимонад вкусный, да? Да. Добрый. О, хорошо. Ключница гнала? Ключница, да. Говорит, хорошо, чертовка. Ключница гнала. Да. Да. Ох. А пар іде. Ох. Ох, хлопці, хлопці. Дивіться, як воно це все жариться, вариться. А гарячого на природі поїсти зимою. О. Миле діло. Да. Зараз в баню підемо. Да. Сейчас заполонку прорубаем, то скупнемся. И прямо на шмель сісти погріться. Щоб пар із рота пішов. Да. Клас. Так, ребята, рибалка в этом году. Хочешь на дубове? Вот. А хочешь на лодке плавать? Открытая вода полностью, видите? Вот я стою на балансирчик. Вот уже открытая вода. Рыба ушла на дальний кордон. Да. Так, ребята, а рыба кинула. Закончили, короче, сегодняшний отдых. Теперь отдохнули хорошо, сами видели все. Вот. По рыбе, конечно, сегодня ни у кого ничего. Не только сегодня, вообще глухозимье. Клёва нет, ни судака, ни белой рыбы. Щуковки тоже стоят. Там у людей глухо, да? Да, ни одной сработки не было. Да. Прямая. Стоит все. Всем глухо. Сейчас, короче говоря, на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Фух, ну ничего, может все-таки еще в этом году, блин, что-то проклюнется. Да, обязательно. Весной. Або в грудине месяц. Да.
Думаю, что еще должно нам повезти. Что перемена просто погоды. Может, надо, чтобы стабилизировалась погода и все будет путем. Потому что сейчас то холодно, то снег, то дождь, то град. Короче говоря, погода вообще нестабильная. Давление постоянно прыгает. Так что ждем стабилизации погоды. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока, до новых встреч.